А теперь о теме, о которой мы однажды рассказывали в наших новостях. Но спустя время она обрела позитивный исход. БСЗ предоставил материал для отсыпки дороги в Шарапы. Это один из районов, где сейчас активно идет строительство частных жилых домов. Здесь расположены в том числе и участки для многодетных семей. На обращение помочь в решении проблемы с дорогами в очередной раз откликнулось акционерное общество «Березняковский содовый завод». Компания предоставила 5000 тонн щебеночно-песчаной смеси для спецавтохозяйства. Этой смесью отсыпано 3,5 километра новых улиц в Шарапах. В августе Березняковский содовый завод уже выделял для города щебеночно-песчаную смесь, которой спецавтохозяйство отсыпало дороги в Суханово.